Получить звание мастера спорта за полгода легко. И это не выдумка, а реальная история двух мурманских спортсменов – Дениса Арефьева и Натальи Кривоноговой. Наши корреспонденты о паре необычных акробатов. Наталья Кривоногова недавно пришла в акробатику. Сначала девушка мечтала сесть на шпагат, но в итоге планы стали масштабней. Она серьезно занялась спортом и нашла партнера в лице Дениса Арефьева, с которым теперь создает удивительные номера. Мне, например, природа такую фигуру дала, и она очень подходит для акробатики. Меня можно выкидывать, я буду закручиваться. Денис мне помогает, а я ему помогаю. Ну, мы вместе все добиваемся. И добиваются ребята серьезных успехов. Всего за год совместных занятий они смогли выступить на Кубке России и получить там звание мастеров спорта. Такой результат стал возможен благодаря упорным тренировкам, которые проходят 6 дней в неделю по 4 часа. В начале работы мы сначала выяснили, кто что из себя представляет, как, на что нацелены. После того, как мы поняли, что оба хотим получить высшие результаты по спортивной акробатике, мы начали уже усердно работать и как бы вместе нашли общий язык. Несмотря на 5-летнюю разницу в возрасте, Денису уже 19 лет. Спортсмены уверенно работают в тандеме. Но это и не удивительно, особенно когда узнаешь, нет, не разницу в возрасте, а массу маленькой акробатки. Очень трудолюбивые ребята, тренируются часами, готовы работать, изучать. Девочка очень смелая. Вот, в этом у нее уникальность, как бы ее полностью подходит по параметрам для акробатики. 14 лет, 29 килограмм. Результаты своих усилий мурманские акробаты успешно показали на Кубке России, победа в котором дает путевку на Кубок Европы. Однако занять призовые места им не удалось. Но спортсмены не расстраиваются и не собираются останавливаться на достигнутом.